корабля, зарегистрированного в Украине как Детройт, во Франции он идет как Детройт 2. То есть у него получается особенность от старого сорта Детройта, у него нет этого крысиного хвостика. То есть обычно у сортовых буряков толстый хвостик и большая лиственная масса. То есть вот, у Детройта сколько выращивали, подходит для всех почв, как для юга Украины, для центра, для востока, для... По томатам точно так же. Практически все томаты подходят для выращивания во всех регионах Украины. Еще не было претензий, что где-то он получился, где-то не получился, эсэсэмские томаты. Детройт точно так же. Подходит для выращивания во всех регионах. Опять же, особенно нет этого крысиного хвостика, нет большой лиственной массы. То есть после срезки получается вот этот, как его называется, хвостик, он тоненький, то есть товарный вид и очень сладкий. То есть вкусовые качества Детройта не уступают гибриду. Единственное, да, что опять же Детройт рекомендуется, вот, повторюсь, рекомендуется на второй поворот. Первый поворот тоже может уйти в стрелку, может быть это большой хвостик. Для второго поворота подходит идеально. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.